общем, смотрите, я ничего не скрываю. Вот, что у меня здесь. Это транквилизатор по рецепту, а это... Скрутин. Попробую захавать скрутина дофига. Такой сладкий. Запиваю простой водой из-под чайника, которая остывает уже. Вот мой рабочий стол здесь, башня. Отсюда я тоже пейзаж вдохновился для готики. Я его выложу, как найду, что мне нужно очки одеть для зрения. Вот так вот. Ох. Как-то неудобно на этом кресле. Что там? Трансляция живописи, не, не хочу смотреть. Как ее убрать? Новая трансляция живописи, не хочу. Фига тут лайк поставили сам карьере. Чел один еще странный. Короче. Хочу сказать вам, ребят. Ничего не хочу говорить. Держать телефон не хочу, блин, я надоел. Я ничего не ел весь день. Что там опять? Санкрея что-то все время оценивает мои записи. Что он нашел в этом хорошего? Я не знаю. Порнохаб, Гитлер, Сталин, Кинг-Кингл, что еще? Какие ключевые слова надо сказать? Короче, это... Форсите там везде, и я буду на Порнхабе лекции читать, про проповеди читать, я еще волосы отращу, наверное, как Иисус. Будет нормалек. Только я хочу при естественном солнечном мощном освещении, чтобы все это было, потому что солнце, вот, когда я писал, рисовал свои картины, я всегда на солнце это делал, и всегда получалось лучшее освещение, а искусственное освещение, оно отстойное. И также и здесь, если это искусство, да, взять, как говорят, да, там на Западе, порно это искусство, там, эротика искусство, то я тоже хочу, чтобы было как искусство, чтобы я холст, точнее, или моя девушка холст, и, короче, мы под освещением ярким солнца. Я еще лекции читаю, и там, и еще хорошо будут видны эти следы от поцелуев. Похожие на побои, кстати. И это будет философская грань, тонкая грань. Тиран это или любящий человек? Ну или как это? Тиран это или великий любовник? Такие поцелуи оставляют. И они спросят у нее, тиран или любовник? И она скажет, тиран. Но при этом будет ходить ко мне. Как каждый раз. Снова. Короче, поцелуи, вот они похожи на, ну, следы от поцелуев похожи на побои, кстати. Вот в чем фишка. Я не знал даже об этом. Блин, я хочу, чтобы солнце меня освещало, но оно что-то не освещает. Ну ладно.
пузо видно. Я бы показал свой пузо, просто забанить может этот YouTube автоматически. А если девушка покажет свое пузо, то не забанит. Двойные стандарты. Ну ладно, это нормально. Или если эти чудаки покажут, там тоже ничего не забанят. Там как задницу прижигал. Чудаки в 2000-х годах. На YouTube, наверное, есть, ничего не забанили. Потому что это постановка, типа это шоу у них. Какая разница, что я говорю, блин, опять я зануда. Да, я зануда, но лекции будут офигенные, я отвечаю. Здесь не найдешь такую девушку нормальную, которая бы... Здесь вообще не найдешь никого, кроме проблем. Я ходил в люди, выходил в люди, у меня украли картину, блин. Выходил в люди. Они, как всегда, бухали, курили. Там была одна девчонка на всех. Они предлагали мне групповушку. Он говорит, у тебя прическа и очки стрёмные. И что-то лицо стрёмное, еще что-то стрёмное. Ну, крест, два креста на мне было, Иисуса. Один спрашивал у меня вопрос такой, за который ему бы любовь стащил, но мне пофиг было. Я ответил честно, 10 раз в день. Ну, короче, пофиг вообще. И он успокоился сразу. Не мог ничего придумать, как меня оскорбить, потому что я на все невозмутимо отвечал правдиво. Потому что мне пофиг вообще на себя. Что обо мне думает. Ну, точнее, мне не пофиг. Ай, бля. Какая дичь. Одиночная камера, это реально одиночная камера. Задумайся, что ты в одиночной камере, как я, как и Кин Кинкл. Мы все в одиночной камере. Ты там общаешься, хоть ты там с 10 общаешься подругами и друзьями, они тебе не друзья и не подруги на самом деле. Это просто шоу Трумана. Они тебе не друзья, не подруги. Успокойся. Ты разочаруешься. Расслабься просто. Просто одиночная камера. Нужно как-то облегчить свое существование. Нужно это. Что делать будем? Мне кажется, надо поэкспериментировать, на порнхабе попробовать лекции проводить. Но для этого там какие-то бюрократические условности должны быть, я не знаю. Все, что я буду делать, просто заниматься любовью и проповедовать. И то, что мне демоны или ангелы говорят, ну, образно говоря, я на самом деле не слышу голоса, но просто у меня мысли идут, как у поехавшего братишки, только связанные мысли такие, знаешь, философские, лучше, чем, ну, может быть, даже разовьюсь лучше, чем у убермаргинала будет. Короче, в общем, это, я... Не знаю, что делать там, чтобы на Порнхабе выступать со своими лекциями, проповедями. Я не хочу искать какую-то там блудницу, блин. Капец. Сколько лекций пропадает? Каждый день я могу лекции читать. Точнее, не читать, а из головы и проповеди. Сколько пропадает?